это не только установка теплопунктов, это не только ремонт теплотрасс, это такая большая программа, которую мы обязательно до начала отопительного сезона примем. Мы ее вывесим в интернете, вывесим на газетах выборгских, всем, чтобы все могли с этой программой ознакомиться. И еще, мы с вами в долгу, мы в долгу, фонд капитального ремонта перед городом Выборгом и Выборгским районом. Где-то не в долгу, где-то в долгу. Ну, например, не в долгу перед Светогорском, мы в этом году выделяем им 28 миллионов на капитальный ремонт жилого фонда, а собрали за весь прошлый год чуть больше 10. Но в целом по Выборгу мы тратим на капитальный ремонт жилого фонда только 60% от того, что собрали. В то же время есть города и районы, где мы тратим больше 100% от того, что собрали. Здесь есть несколько причин. Первая причина – это недоработка и фонда капитального ремонта, и Выборгской управляющей компании, да, в принципе, и ТСЖ по подготовке утверждения документов на капитальный ремонт. А второе, это то, что нам требуется по некоторым домам города Выборга проводить не просто сметы, утверждать, а еще и делать проекты, потому что дома носят статус памятника регионального либо федерального значения, а по законодательству капитальный ремонт этих домов делается только через утвержденные проекты.